С вами снова Левар, и мы сегодня будем с вами снова проходить Metro Exodus. Так, продолжить. Ой-ой-ой, что-то я нажал, что он загрузит-то? Ух ты, история Сэма, все нормально. Правда, так же просто, как купить билет. Записываем сегодня, ребята, вторую часть прохождения. Что-то вчера я увлекся и 2 часа наснимал. Сегодня постараюсь сделать покороче. Чего тут сложно? Покороче. У русских этого добра. Посмотрим, куда мы с вами сегодня дальше продвинемся вместе с Сэмом. В нашем случае только один человек знает, под каким именно кустом искать. И волей судьбы каким кустом искать? Я с ним уже познакомился. Теперь надо снова найти капитана. Все равно, что найти иголку в стоге сена. Ну да, город большой, весь разрушен. Нового оружия. Том дал мне карту, на которой отмечены известные укрытия капитана. Такая себе картишка-то. Конечно, нет никаких гарантий, что старик окажется в любом из них. Но, по крайней мере, теперь... Как понятно, много ты болтаешь, Сэмчик. Поиски. Так, ну что ж, вчера мы остановились на том, что мы пришли по основной миссии, да, заходить в дом. Так долго грузится-то. И мы как раз сейчас с этого моментика-то и начнем. New. Вселенная метро. Загрузишь нам игру или нет? Удерживать Е, аллилуйя. Так, ага. Вчера я помню, очень нехило я тут напугался, короче. На этих чуваках. Прям нормально так, они с воды тут выпрыгивают, короче. Но можно их просечь, ребята, по буграм. Там еще и трепится кто-то. Так, ножик мы берем. Что у нас, двустолка заряжена, да? Угу. Мне вот интересно, есть ли смысл их обходить или... Стоит прям заходить. Вон, видите пузырьки, да? Вот там сидят эти покемоны. Выскочат они в любом случае или только если я туда зайду? Вот в чем интересный вопрос. Ёб твою. Чё бахнуло? Чё ба... Да иди ты! Фу. Блин, вот эти вот моменты, они прям... Так, ладно, ну их нафиг. Я туда не пойду, поберегу патроны. А патронов у меня немного. Двухстволочка это хорошая, но нормально так жахает. Так, будем аккуратно с вами двигаться. Так, где пузырьки, короче, туда не лезем. Угу, вон впереди тоже пузырьки. Бог, как патронов у нас немного, и вкакивать... Твою ж ты! Так, там еще один есть, иди сюда. Да блин! Твою и налево. О, так. Так. Надо повнимательнее смотреть, чтобы потом штаны не наделать. Интересно, сколько их здесь? Насколько высоко нам надо будет подниматься в этой хате, да? Барахлишко все собираем. Так, а что гриб не собирается, алло? Я его где-то слышу. Здорово! Да умри! Сортир, кто в сортире никого. Ох, что на них ничего не пособирать. Так, ладно, лезем наверх. Смотрим, что у нас тут. Фонарик, потухни. Так, вон раз на балконе. Раз на балконе. Что, он слезет, что ли? Блин, стрелять вообще не хочется. Патронов-то вообще копейки. По крайней мере, на этот дробашек, да, который нехило их глушит. Так, нам явно наверх. Господи, они, походу, здесь просто ходят по кругу. Твою ж налево, откуда вас ждать-то? Ты явно капитан наш, да? О, точняк, капитан. Где он вылезет? Откуда вылезет? Так, ладно, тихонько, тихонько.
Так. Снизу сверху, снизу сверху. Ни хрена непонятно. Интересно, в окна хоть не лезут, а? Ёпта, крыса. Так, тут полюбасу сидит, короче. Тут полюбасу чел сидит. Здесь заперто. Блин, а надо ли сюда идти вообще, а? Так. Потихой, потихой. Да кто стоит? Это чел стоит? Или это статуя? Кто это? Фига тут трупачков. Вроде 10. Блин! Ёб твою! Твою ж ты мать! О, вот это я, короче, накидал, а? Они, короче, просто прикидывались, вы поняли, да? Братан, патроны есть? Ага, спасибо. Они просто тупо прикидывались. Типа они дохлые. А они ни хрена не дохлые. Блин, может посмотреть. Надо посмотреть, сколько аптечек-то есть. Холодильник нельзя пошарить, не? Надо, короче, чекнуть, сколько аптек у нас есть. А то с такими похождениями, блин. Ага, о, можем накрафтить, да, ништяк. Так, одну аптеку сделаем. Че по патронам? По-моему, патроны. По-моему, патроны тоже можно крафтить, не? А, нет, патроны нельзя крафтить, только шарики можно крафтить в походе. Так, у нас еще есть ножи. Ладно, ладно. Страшновато, страшновато, неожиданно так. Семени-то кидаются, а фонарик, я так думаю, если включить, то сразу ГГ, наверное, сразу спалят. Так, ладно, идем дальше. Блин, ну я четко слышу этих уродов. Куда лезешь? Он лезет. Что с ним происходит? Че его колбасит так? Братан, тебе что колба? А деревяшка на тебя упала. А-а-а. Бедолажный. Харю-то отъел, ни хрена себе. Так, ладно. Ёпту. Такое ощущение, что этот капитан стреляет, и они потом сбегаются куда-то. Так. Чел куда-то полез. Меня теперь каждый труп напрягает. Реально каждый труп напрягает. Ну сейчас отсюда вылезет, вот отвечаю вам. Вон он точно ходит. Идешь, не идешь. Блин, хрен его знает. Хрен его, ребята, знает. Вот люблю хоррор за такие моменты, да, что вдруг неожиданно кто-то хреняк на тебя сверху. Так, ладно, нам явно надо выше. Где лестница? Что тут за хламишка валяется? Фига тут, блин, этажей-то. Тут лазить не перелазить. Так, ну тут хоть светло. Так, идем аккуратненько. Где он? На балконе. Меня здесь нет. Чувак, меня тут нету. Нету меня. Увидел, что ли? Тут урод. Мутанта меньше. Это уж точно. Что одни мутанта меньше. Откуда их столько в этом... Да ёб твою, откуда еще? Где? Давай, иди сюда. Ну. До свидания. Ладно, так хоть не очково. Так хоть ты слышишь, видишь, так нормально. Так, чё тут? Чё тут? Ни хрена нету. Вот этот меня уже напрягает. Лежи, сейчас спрыгнешь сюда, он встанет, урод. Так, а может как-то перепрыгнуть наверх можно? Да вот что-то я думаю, что нет. Так, ладно, нам... Вон, попробуем прыгнуть. Не, ни хрена, ни хрена! Козел. Так и знал, блин. Я так и знал, что сейчас этот урод встанет. Так, что пищит? Значит, где-то барахло есть. Хабар какой-то, а? Что потемнело-то опять?
Нет здесь никого хабара, че пищишь, блин. Так, ладно, двигаемся дальше. Бля-бля-бля, откуда? Откуда ждать вас? Откуда они пойдут, а? Блин. Что-то я не хочу, не горю желанием идти туда. Твою ж ты налево. Сколько их там? Нам бы переделать эту двухстволочку на шестизарядку. Это было бы нормально. Почему у меня такое ощущение, что сейчас туда зайду и попрет со всех сторон, как будто бы где-то прорвало сортир, а? Блин. И чё? Получится потихо его чпокнуть? А он жрет там, что ли? Так, так, так. Развелось тут, понимаешь? Твою мать, еще один. Да пошел ты! Да твою ж налево! Патроны кончились! Откуда пролезут? Откуда полезут? Капитан еще этот стреляет, блин. О, сколько вас тут еще, а? Где-то еще что-то топает. Давай, вылазь, а. Я не хочу к тебе идти. Блин. Вон он чешет. Да что ж ты не дохнешь-то? То ли я такой косой, то ли лыжи не едут. Блин, а двухстолка голяк, да? Или есть еще патрики здесь? Так. Блин. А вы здесь, пацаны, это я вас перестрелял? Или где-то кто-то здесь может встать? Иди поплавай. Далеко нам еще к нему идти, а? Не, спасибо, что-то я не хочу играть. Нету желания такого. А где нам подняться? Где-то проход, наверное, какой-то должен быть. Че у нас тут ни хрена? Гу, фонарик зарядим. О, пошел свет. Так, где-то здесь какой-то проход должен быть, ребят. Что-то пропустил. Хабар еще какой-то. Патрики, это хорошо. Так, а где же здесь залезть-то? На балконе, что ли? Нет, нифига. Что-то я не пойму, куда тут дальше идти. Запрыгнуть мы не можем. Тут только суицид. Хм, куда дальше идти-то? Может, в дверь, что ли-то? Нет. Так, что-то фигня какая-то. Здесь проход завален. Куда идти-то, алло? Тут же нифига нету. Это я что-то пропустил, походу, не? Здесь завал, здесь куча трупов. Все везде обшарили, двери нет. Блин, куда? Стоп. Это еще одна халабуда или что? Да, еще одна. А что толку-то? Непонятно. Непонятно, куда дальше чесать. Через пианино здесь не запрыгнуть. Не, он не залазит. Или можно залезть? Ну-ка. Блин. Да не, я не думаю. Где ж проход-то тогда? Проход-то должен быть. А, стоп, что за дырка? Так, дырка хреня тоже, ничего здесь нету. Блин, не понимаю, куда лезть-то дальше.
Интересно. Не, наверх мы не залезем. Что-то где-то я упускаю. Не, ну должен быть проход, а. Проход-то по-любому должен быть. Не может быть такого. Че, где пропустил-то, не пойму. Может, где дырка в полу? О, чувак, я в тебя шарился? Нет. Блин, что сделать-то надо, а? Не, ну, по-моему, он никак не лазил. Я по первому метро-то помню. Блин, не упасть бы вниз. Какой-то паровозик там стоит. Ладно, все это хорошо, там уже темнеет. Куда идти-то, блин, игра, алло. Ничего не понимаю я, короче. Где здесь выход? Пищит, что пищит, блин. Ни хрена тут нету, но... Хожу тупо туда-сюда. Интересно. Сейчас на окошко запрыгнуть можно? Нельзя. Так, ладно, мы пришли отсюда. Шли тут, тут нифига нет. Пришли, здесь челов покрошили. Ну и нету тут нифига, блин. Ни дырок, ни проходов, ни лестниц. Ничего нету. Залезть нельзя. Может... Не, ну с балкона прыгать тоже вряд ли. О, еще хабар. Еще хабар. Что-то я, если честно, ступорника поймал. Карта нам нифига не скажет. Ну, мы здесь и здесь. Может, поиграть надо? И чё? Ни хрена. Бред какой-то, если честно. Нигде не пролезть, нигде не залезть. Уже бесить начинает. Что за ерунда-то, алло? Должен же где-то выход-то быть. Блин, может он как-то цепляется? Я не знаю. Не, ну, по-моему, никак не цеплялся там. Артём вроде так не запрыгивал. Так, здесь нету нифига. Даже с балкона не прыгнешь. Хрена, темно без фонаря стало. Блин, где что упустил-то, а? На месте топчемся. Самое печальное, что ни назад, ни вперед не пройти, да? Назад выпрыг... А, во! Блин, а здесь залазит. А здесь зал... Может, где-то здесь что-то есть? Может... А, стоп. Это, походу, проход оттуда... О, блин, еще хабар... Как я так не видел эту всю фигню? Так, ладно, и чё? Чё? Куда дальше? Здесь проходов тоже нету никаких. Чё по лифту? Лифт закрыт. Здесь голяк. Это мы, походу, оттуда вы видели вот эти вот завалы, да? Снизу мы пришли. Может, как-то по стеночке надо вот так вот пройти и туда запрыгнуть? Нет, что-то я сюда падаю. Хотя, если мы... Ёб твою, залезли тут, может, мы и там можем залезть? Сюда, наверное, наверх. Не, ну должно быть сюда наверх. Но он не допрыгивает. Давай, Сэм. Блин. Тупак подкрался незаметно, а.
Совсем незаметно. Здесь никуда не лезет. Так. Так, надо подумать. Так, ну шо? Подумаем, подумаем, куда же здесь еще можно пролезть. Блин, где-то что-то я... Где-то что-то упускаем. Мы все-таки что-то с этой трубой... О! По трубе? Серьезно? Ладно. Так, и что тут у нас? На, сволочь. Где сволочи? Ёб твою! Здорово! Бля, патронов нет! Ёб твою маму. Интересно, сколько их тут еще, а? Где он с ними мочится? Здесь, что ли? Топором! На... Ю... Ни хрена себе ты топорики кидаешь, братан. В окно лезет, в окно лезет, лезет в окно! Какой-то зеленый какой-то. Дробаш ушел? Да, дробаш ушел вместе с челом. Опять ты? Опять я. Я. Лэнс Корпорал Сэмюэл Тейлор, US Marine Corps. Ну, спасибо, дядя Сэм. Эдуард Баранов, бывший капитан. Очень приятно, Эд. Как ты в эту переделку попал? Это один из моих причалов. Обычно ловушек внизу хватало. Местные уроды давно поняли, что ко мне лучше не соваться. Хрена, чувак один здесь отбивается. Идем. Идти далеко, не? Чахоточный какой-то капитан. Так, дробаше у нас патриков нет, только автомат и пистолет. Куда, интересно, он нас заведет сейчас? Чё? Чё ты хочешь? Чё такое? Эй, братан, я застрял тут. Сэм, помоги-ка отодвинуть. Помочь отодвинуть? Давай. Взялся. Это мы можем. Взялся. Нормальная такая ловушка была. Ох, все болит. Ну ничего, главное... Какой-то болезненный он весь. Как он вообще здесь один живет-то, блин? Так на чем я? А, ну вот. А тут к бандитам из Дома культуры важные гости приехали. Сходка главарей. Ножичек. Ну, хозяева и расстарались. Прогнали уродов из соседних развалин, чтобы не мешали. Вот еще по хабару. Есть еще подъесть? Нету. Бандиты, с другой местная стая. Деваться некуда. Полезли наверх. Я бы отбился, но клин поймал неудачно. Понимаю. Скажи, Эд... У Тома был? Был. Да, он предлагает сделку. Да, сделки он любит. Куда он дальше лезет? Ёпта, ни хрена у него тут нычка, блин. Братиш, давай ходи побыстрее, а. Старость не радость. Да, маразм не оргазм. Блин, патронов нигде нету. А, он, походу, в этой халабуде живет. А, это его корыто. Рыбку он вялит к пивасику. Пивасик, интересно, есть? Ну чё? Ладно, спаситель, будем отчаливать. Прошу на борт. Нам интересно. Может, здесь какой хабар где есть? До места? Куда мы погребем-то, интересно? Так, я очень надеюсь, сейчас нигде отстреливаться не придется, потому что патроны тратить не хочется. Их и нету особо. Ну? Давай, братан, заводи. Вентилятор. Скажи, себе нахренячил. Что тут произошло во время войны? Попаданий по городу вроде не было. Так откуда такие разрушения? По городу не было, да. Зато по морю были. Аккуратнее. Нормальный шалман такой. А мы не стреляли даже. Все цели и основные, и запасные без нас отработали. Мы у чела тут карта, мафан. Но ответа не получили. Базу, понятно,
Бинокль? Чё бинокль? Чё в бинокль смотреть? Где-то здесь горел бинокль, типа. Чё посмотреть-то? Уже не горит, ну и ладно. Выживших было мало, да и те, честно говоря, непонятно. Как-то очень уж медленно мы гребем, конечно. Карта не открывается. Ладно! Будем ждать, что делать-то, послушаем. Устроились в доки. В общем, неплохо даже устроились. По крайней мере, электричества хватало с реакторами-то. А когда... Еще бы с атомохода-то. Мы уже были готовы. Обзавелись плавучей электростанцией. Вот об этом богатстве слухи и пошли. Вон, в хате кто-то шарится. Бандиты. А потом и Том нарисовался. С предложением объединить силы и организовать эффективную оборону. Снайпер, ложись! Эх ты, чёрт! Снайпер, ёб твою. Порядок! Голову береги! Да вроде сныкались мы. Ушли, вроде. Ушли. Видел, видел. Не надо высовываться, я им займусь. Уверен? Ну что ж, действуй. Ага, что нам надо снайпера завалить теперь? Угу, понятно. Понятно. Так, где тут вход? Купаться мне не хочется. В окно можно залезть? Нет. Так, значит вот здесь только, больше негде. Так, хабар. Так, ну пошли по малеху. Опа, тут есть челы, короче. Давайте пекаль возьмем. Так, надо повнимательнее все. Блин, вот эта херня не встанет, а? Черепок этот. Братан, ты как там? Нормально все, да? Совсем мертвый? Ага. Давай, отдыхай. Так. Ладно, идем дальше. Что это за фигня впереди? Шмот чей-то. Шмот. Так. О, еще хабар. У нас и тут-то Патриков как кот наплакал. Ну-ка, для дробаша взяли что? Нет. Дробаша ничего не взяли. Аптечка, это хорошо. Все, что плохо лежит, все сейчас подгребем, пацаны. Так, что по фонарю? Надо зарядить. Так, где-то рация трендит, короче. Телка такая нормальная. 86-й год, поняли, да? Оленя башка. Да я манал тебя, уйди, а! Да пошли вы! Тут урод еще кидается, а? Так, блин. По-моему, где-то еще кто-то идет, не? Так, ладно, лучше пока с фонариком пойдем. Блин, я думал, здесь только люди, а здесь и уроды эти. Уже что-то перехотелось шариться, если честно. Так, что тут? О, лестница, я понял. Так, ладно, ну хабар нужен, надо пособирать все, что плохо лежит. Главное, люлей нигде не грибануть. Хабара до хрена валяется, слушайте. Так, в этой комнате, по-моему, я еще не был. Как раз отсюда эти два уродца и всплыли. О, а что там? Тут проход, не? Так. Блин, без фонаря ни хрена вообще не видно. Вообще ничего не видно.
Так, а что нам карта говорит? Ага, нам надо в соседний дом. Тут мы просто на предмет пошариться, я понял. Значит, тут кроме этих уродов никого не будет. Сортир пустой. Бинокль взять нельзя. Это вообще бинокль или... Походу это прибор ночного видения, не? Нормально кто-то, да, на книжной лавочке бросил. О, точно, это ночник. А ночник что, вместо фонаря? Ладно, пойдет. Пойдет. Так, что мы имеем? Так, у нас... Либо сюда идти. Проход... А, вон там мясо. Нам, походу, вот здесь лезть, да? Блин, ну там еще подъем наверх был, не? Блин, да что за хрень? Кто меня замочил? Не понял. А кто меня замочил? Снайпер, что ли? Как я сдох вообще? Что-то я не понял, как я сейчас умер. Из этих мюжн можно получить полезные ресурсы. Я уже и так понял. Ну чё, где мы сейчас окажемся? Ага, нормально. Советский у нас прошел. Чё за фризы? Как он меня убил, я не понял, конечно. Так, где-то тут была лестница. Лифт, а где лестницу я видел, а? А лестницу я где-то вот здесь видел. Так, блин, где-то была лестница, я уже забыл, где. Или здесь. Так, нет, сюда мы, походу, пришли. Так, этих мы здесь замочили. А, значит, вот здесь была лестница. Да, вот лестница. Ладно, давайте посмотрим, что наверху. Опа, теперь я понял, кто меня мочканул. Там рюкзак, надо взять. Рация, хабар. По-моему, кто-то ко мне щемится, не? Мог кто-то залезть сюда ко мне в дом. Так, а здесь и нет нифига. Да ладно! Привет! Так, ладно. Я, короче, понял. Надо аккуратно как-то пролезть к снайперу. Опа. А, вон еще один чел стоит. Да хватит прыгать уже. Мы тут вылезем. Ага, вон еще один чел. Чисто по лазеру в баштан попаду, не или далеко. Блин. Хорошо. Чего? Как они меня палят каждый раз, а? Я худею, как вы стреляете. Просто с одной тыки. Ну что за бред? О, жопа подгорает. Жопа подгорает, народ. Как они палят? Я стреляю с глушаком. Как они палят, что я челов у них убиваю? Не могу понять. Ладно. Ладно. Там вроде второй проход был, да? Наверху мы ничего не нашли особого. Так, давайте назад на глушак. Т.
Так, снайпер вон там наверху. Он нас еще и палит. Так, вместо фонаря, походу, у нас теперь ночник. Так, и как же нам выбраться? Ага, того чела что-то я не вижу. Так. Вот урод, а! Так, надо, наверное, за лодку туда пролезть. Стрелок Ворошиловский. Да ну вас нафиг, да ёб... Как это проходить вообще, а? С какой стороны там вылезти можно вообще? Может забить болт, просто автомата простреливать их нахрен, да и все, а? Сколько дохнуть там можно? Не, просто вообще нереально, блин. Стыки просто тебя убивают любой, и все. Так. Так, ладно. О, что я здесь все собрал же, не? А, тут мафан. Нафиг мне мафан нужен. Так, ладно, наплюем, короче, на тишину, да. Возьмем в руки автомат. Будем мочить их просто с автомата. Надо, короче, чтобы они меня спалили, я думаю, заманить их, да? Че, мы пришли отсюда? Не-не-не-не-не. Ага, надо их, короче, заманить сюда и просто простреливать нафиг, да и все. Я не вижу другого выхода, если честно. Да вылазь давай. Да ёб твою, еще в эту лужу упасть, ну серьезно. Блин, где я в... Игра, алло. Да уверен я, блин. Моя попытка номер 5. Это что, Виагра, что ли, вам? Писец, бред какой-то. Ладно, надо где-то найти какую-то дыру, через которую можно пройти аккуратно. Чтоб нас просто не спалили. Потому что я вообще не представляю, как там проходить, конечно. Так, так. Ладно, пробуем еще раз. Так, а что у нас, если здесь пойти? Вроде нас этот спалит сразу. А там есть где прикрыться-то чем-нибудь? Ящик вон есть, а дальше что? Дальше я ни хрена не вижу там. Так, где здесь эта дыра? Так, вот она, да. И можно залезть наверх. Так, ну сверху вроде они меня когда спалили, приманились и пошли лазить, да? Может, можно попробовать их по одному тут покоцать. Так. Блин, интересно, я достану его вот так вот, а? Так, челы внизу топчутся. Откуда фонарь? Откуда фонарь? Привет. Недолго осталось. Снайпу вашему недолго осталось. Не, походу так далеко бесполезно шмалять в него, да? Сам чушкан, блин. Что делать, а? Сколько их там? Кому они стреляют?
А, по мне, понимаю. Давай, лезь сюда. Так, короче, не знаю... Да чтоб тебе... Как он залез? Да с какой он дырки вылез, блин, а? О, с какой он дырки вылез, я вообще не понимаю. Что за чушь вообще? Ладно. Ладно. Я уже сбился со счета, короче, какая попытка у меня, да? Так, заманивать, значит, их не получается, да? Хотя получается, но не получается. Да какую-то позицию, где их смогу отстреливать просто, да и все, я не знаю просто. Ну а как еще сделать-то? Просто не понимаю пока. Так, они походу вон там шарятся, да? Так, если снайпер меня увидит, они побегут, да? Так, снайпер у нас там. Бля, то он меня уже спалил. Как он меня видит? Откуда? Кусок урода, а? Патронов же ж небось у него жопой жой. Что ты вертишь? Чтоб ты спросил. Го валить, а? Го валить. Так, и чё? Да я... Дом труба твой шатал, ну! Короче. Дело было к ночи. Я ему в баштан целью не попадаю. Он, пожалуйста, на тебе. Бля, я просто не знаю, что-то как-то глупо здесь застряли. На дырке-то на этой. Так, а что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Да, сверху можно сесть. Сверху вроде получалось отстреливать. Ну хрен с ним, гоу наверх. Так, я здесь не пробовал идти, да? Здесь я идти не пробовал. Снайпер хренов. Раз, два, три. Три чела там, походу, да? Да как он меня видит? Задрал уже. Так, эти меня не видят. Эти меня не видят. Так, минус раз. Валим, 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 ходу. Так. Полегчало уже. Полегчало уже. Так. Попаду, не попаду, а. Писец. Я убил его хоть? По-моему, хрена лысого, да? Так, если убил, то остался, по идее, один. Один остался. Петушара. А, вон еще один чел. Давай, вылазь.
Иди сюда, то я уже задрался сдыхать об вас. Блин, походу один остался он, не? Плюс снайпер. Так, перепрыгнуть к лодке и убить его. Я не знаю! Что за чушь вообще? Я не знаю, я сидел, он меня не видел, блин. Ну как это говно пройти-то, а? Так, короче, не знаю, жопа горит. Пробую еще раз, а ну в хрень. Будем проходить дальше, в третьей части. Ну просто, я не знаю, нереально что-то. Просто нереально. Так. Так. У нас получилось лучше всего в этой дырке, да? Ну и хрен с ним, здесь пойдем. Где она? Сортир, сортир. Вот она. Вот он меня видит, как, откуда он, с какого ракурса он меня может видеть вообще? Что это за бред? Так, чела вроде трое. Сами вы суки. Твою налево, а? Падла, мля. Сам ты падла. Уроды. Так, ладно, пошли. Пошли, пошли, пошли. Вон опять этот хрен сидит там, а, но я в него не попадаю, блин, а он в меня попадает. Ладно, попробуем сюда приманить. Как они меня видят, я не понимаю. Просто не понимаю. В прошлый раз откуда вообще с пола вылез просто вот здесь вот и все. Так, это там наверху. О, где твой фонарик? Вон он. Давай, вылези еще чуть-чуть, ну. Так, походу, не попаду. Блять! Так. Ладно, пацаны. На сегодня, короче, вторая часть записи прохождения закончена. Капитана мы нашли. Пердак подгорел от этого снайпера. Буду думать, как проходить, короче. Ждем следующей третьей части, ребята. Подписываемся на канал, ставим лайки. И ждем третьей части. Всем спасибо за просмотр. С вами был Левар.